Снос забора, столкновение активистов и охранной фирмы. Именно так заканчивалась история с благоустройством территории на углу Академической и маршала Говорова. Пока городская власть разводит руками, команда почетного гражданина города Одесса Сергей Кивалова совместно с жильцами дома облагородила скандальный участок, высадив деревья и кусты. Пахнет сосной, как хорошо сразу. Да? Вокруг дерева сразу нужно создавать лунку. То есть не просто зарыл так, нужно создать лунку, чтобы поливать правильно. Мы сегодня дарим здоровье, дарим жизнь вот этим деревьям и здоровье нашим жителям, маленьким. А надеемся, студенты, то есть дети, которые здесь живут в этом доме, они будут студентами лучшего высшего учебного заведения Национального университета юридической академии, который возглавляет наш лучший руководитель Кивалов Сергей Васильевич. Жильцы вспоминают, увидев подозрительное ограждение, обратились за помощью во все органы власти. Единственные, кто не проигнорировал одесситов, были представители команды Сергея Кивалова. Затем на борьбу с забором подключилась небезразличная общественность. Совместными усилиями проблема была решена. 18 числа утром, когда был поставлен забор, а он был поставлен в стремительные сроки. То есть в течение получаса он стоял. То есть это видно было заранее подготовлено. Я не могу сказать, откликнулась сразу морская партия. Я позвонила Вадиму Николаевичу, то есть моментально он был здесь. Сегодня нам помогли, огромное спасибо, морская партия, Сергей Васильевич Кивалов, Вадим Николаевич Подгородинский. Большое-большое спасибо, что еще у нас все-таки есть патриотические силы, неравнодушные одесситы, которые согласились нам помочь.